Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». З вами я, і ведучий Дмитро Василець, і сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість, це доктор політичних наук Олександр Семченко. Вітаю. Добрий день. І сьогодні ми будемо дивитись фільм «Україна. Маски революції» французького журналіста Поля Морейри. Тож, давайте подивимося перший фрагмент. На Майдане шла революция. Сторонники Запада свергли пророссийского президента, в ответ Владимир Путин аннексировал Крым. Из Парижа этот конфликт видится простым. С одной стороны, хорошие, проевропейски настроенные украинцы, борцы за свободу, с другой, союзники Москвы, темная сторона силы. Но не выглядит ли такая картинка слегка карикатурной? Поль Морейра вернулся в Киев и провел собственное расследование. Его результаты стали достаточно неожиданными. Среди наших друзей, сторонников Европы, было немало убежденных неофашистов. И многие из них все еще там. Они совершили ужасные вещи. Мы вспомним о драматических событиях в Одессе, которые происходили перед камерами, но никто с этой стороны Европы не захотел их увидеть. Ну що ж, дуже, як на мене, цікава історія, коли фактично з французького телеканалу ми чуємо досить цікаві думки. У нас, оказує, виходить, що не все чорно-біле, а все ж таки є і ті з того боку кордону, які вважають, що не все було так однозначно. І просто неможливо аналізувати ситуацію, коли хтось ворог, хтось поганий, хтось хороший. І от як з вашої точки зору, чому саме до французької аудиторії доносять такі меседжі через такі телеканали? На самом деле, это не единственный фильм, да, есть и во Франции, и в Италии, и в Америке уже выходили фильмы. То есть где-то как бы люди начинают говорить, называть вещи своими именами. Ведь проблема не в том, что изображение до этого было черно-белым, а проблема в том, что оно было в негативе, то есть перевернуто. Там, где белое, там черное, на самом деле. Там, где черное, там белое. Тут затронули вот ряд вопросов, связанных и с Майданом, и постмайданом, но в частности, события в Одессе. У нас же до сих пор в Украине настаивают на том, что в Одессе предотвратили там сепаратистский мятеж. Вот те люди, которые погибли в Доме профсоюзов, это жертва, необходимая для сохранения единства Украины. А те люди, которые сжигали других людей в Доме профсоюзов, они у нас чуть ли не герои, и до сих пор они не сидят. То есть просто время от времени правда прорывается. Оно это свойство такое правды. То есть ложь, она никогда не бывает совершенной. Все равно где-то бывает прореха какая-то. И вот в эту прореху пролазит правда. И она потихонечку просачивается. Просачивается и у французов, и у итальянцев, у русских, у грузин, у американцев. Плохо только, что до сознания широкого украинского зрителя вот эта правда доходит, наверное, в последнюю очередь. Но объясняется это тем, что широкий, так сказать, массовый украинский зритель, он находится под контролем средств массовой информации, которые, в свою очередь, контролируются бенефициарами того же Майдана. То есть людьми, которые участвовали в организации Майдана. То есть там же была масса организаторов, в том числе и наши внутренние олигархи, которых в 2013 году прижали до «не могу». Их заставили, представляете, их заставили платить налоги. Заставили платить налоги Пинчука, Коломойского, Ахметова. Но такого оскорбления они терпеть не могли, поэтому они тоже вложились в этот Майдан, а сейчас они контролируют средства массовой информации. Конечно, они не будут говорить о том, что они финансировали преступления. Они будут говорить, наоборот, о том, что они финансировали революцию, да, о гидности. В чем достоинство заключается? Мы вот сейчас видим, к чему. Вот про Зеленского, как вы уважаете, ситуация изменилась со свободой слова, с подходом до этого Майдана, еще революции гидности, еще державного переворота? То есть вы вбачаете какие-то изменения в этом направлении? Это вопрос риторический на самом деле, потому что и вы, и я думаю, что многие из наших зрителей понимают, что при Зеленском ничего не поменялось. Зеленскому было бы объективно выгодно
признать очевидное, именно то, что Майдан — это был государственный переворот. Признав очевидное, он бы мог решить массу своих и политических, и экономических вопросов. Вот сейчас у нас очень много говорят о дефолте, об угрозе дефолта, то есть вот там, у нас есть долги, в мае подходят очередные там большие выплаты, порядка 5 миллиардов долларов, и нужно что-то с этим делать. Зеленский там предлагает продать землю, предлагает еще раз взять взаймы, чтобы отдать предыдущие долги. Признал бы он это государственным переворотом. Это ведь действительно государственный переворот. Возьмите Конституцию, возьмите факт, и вы сравните эти два понятия, два явления, и вы поймете, что Конституция никак не сочетается с тем, что было на самом деле. Он бы признал это государственным переворотом. А какие из этого правовые последствия? Правовые последствия следующие, что Украину в переговорах с тем же МВФ, начиная с 2014 года, представляли люди, не имевшие права, не имевшие мандата украинского народа на то, чтобы представлять государство. И, соответственно, деньги, которые они получали от них взаймы, это деньги, которые получили они именно. Получал Турчинов, Кубив, там, Гонтарева, Смолик, Порошенко, Яценюк и так далее. Вот они получали. Кто-то можно забрать из этих людей и отдать МВФ. Нет, зачем отдавать? Они совершали преступления и перед украинским народом. Мы должны судить здесь, и как бы они должны отвечать перед нами. Но ответственность украинского государства и украинского народа по тем долгам, срок выплаты по которым подходит, ее нет. Но такие фокусы на самом деле проворачивали уже другие государства. Да, последний пример это... Тут-то есть практика. Да, Исландия, например. То есть исландские банки в 2008 году, до 2008 года Исландия развивалась достаточно динамично за счет того, что исландские банки вышли на европейский рынок и начали брать под большие проценты деньги у европейских там предприятий, у англичан, у голландцев и так далее. Угу. То есть депозиты. Депозиты набирают депозитный портфель. Потом случился кризис, как бы исландские банки не могли расплатиться со своими вкладчиками. Изначальная версия, которую как бы планировали внедрить, это то, что государство Исландия берет на себя долги своих государственных банков и постепенно их отдает. Исландский народ с этим не согласился. Простые люди в Исландии решили, а почему мы должны расплачиваться за долги, к которым мы никакого отношения не имеем. В итоге этих исландских банкиров судили, тех, которые не успели убежать из страны. А долги перед западными, по отношению к Исландии, это восточный получается уже, в общем, по отношению к иностранным кредиторам, они не были признаны государственными долгами. То есть это долги обанкротившихся банков. Вот множьте их на ноль и все. Точно так же это долги перед МВФ, долги имеет Порошенко, Яценюк, Гройсман. Пожалуйста, Гройсман, Яценюку и так далее. Вот мы их посадим, народ Украины осудит их, именем народа Украины судившего носит у нас решение, народ посадит, народ осудит, вынесет решение, дальше их отправят на урановые рудники. Им, конечно, будут платить зарплату, 30% с этой зарплаты пускай перечисляют в МВФ. По 12 гривен, еще не помиляюсь. Сколько как бы там уже по закону положено. Угу. А вот каким чином удалось народу Исландии вирішити таке питання, важливе для країни, як повернення чи не повернення боргу? Можливо, вони проводили референдум? У них все гораздо проще. У них все 330 тысяч человек. То есть это город Житомир, условно говоря. Угу. Примерно Житомир. Все-таки Житомиру самоорганизоваться гораздо легче, чем большой Украине. То они провели референдум. Там были просто обсуждения на улицах городов. Они конституцию сами написали свою. Новую конституцию придумали, написали, приняли с собой. То есть была самоорганизация народа. В конце концов, весь народ Исландии, грубо говоря, мог собраться в одном месте. До речі, цікава тема. А чому, наприклад, з вашої точки зору, Зеленський не потребує з МВФ все ж таки, щоб вони заблокували виплату відсотків державою Україна. Тому що навіть цього елементарного вони не роблять. І ми ж бачимо, що навіть сам МВФ, він офіційно декларує, що з умовою коронавірусу, карантину, падіння економіки, вони самі йдуть фактично своїм кредиторам, своїм боржникам на зустріч для того, щоб пом'якшити ситуацію в економіці. Тобто вони відкритим текстом кажуть, що ми не будемо деякий час, коли у нас карантин і все таке інше, по суті, требувати борги з цих країн, які є бідними. Україна – це бідна країна. Ми бачимо, як МВФ розказує, що вони не проти.
Але нам Зеленський розказує, що ми, якщо за землю не продало, то, то кредиту не буде. Ну, принципі, тобто якийсь нонсенс. Да, АВФ каже, що все буде, а Зеленський каже, що та ні, треба землю продати, а потім буде щастя. Ну, присутствует некая ложь со стороны Зеленского, потому что последние требования МВФ сводятся к закону, как это называется, антиколомойский пакет законов. Тоже на самом деле глупость, потому что если Коломойский совершил преступление, а вроде как говорят все о том, что он обворовал вкладчиков банка там, на миллиарды долларов. То есть совершил преступление, осудите, посадите, конфискуйте. За счет конфискованного, кстати, покроете те убытки, которые, ну хотя бы частично, те убытки там, Коломойского, Боголюбова и так далее, вот этих вот бенефициаров Приватбанка, за счет конфискации покроете хотя бы частично эти убытки и сможете решить свои финансовые проблемы. Но у меня такое впечатление, что Зеленский на неком проценте, то есть он не надеется остаться президентом надолго, ему нужно вот сейчас вот быстренько выполнить свои обязательства перед некими людьми, дальше он убегает, получает свой процент, получает свое вознаграждение и все. Как бы вот эта вот страница жизни для него заканчивается. Если, причем мне кажется, у него есть ощущение, что он сидит очень-очень некрепко и может слететь до того, как он выполнит свои обязательства. Ну, соответственно, если он обязательства свои перед нанимателями, я сейчас говорю не об украинском народе, это просто вот версия, да? То есть такое может быть. Может не быть, а может быть. Вот если он не выполнит обязательства, то понятно, он сбежит, наверное, но вот у его нанимателей перед ним обязательств никаких не будет, и он, получается, год отработал бесплатно. Поэтому человек пытается закрыть, вот как это модное слово, кейс, да, вот закрыть этот кейс, закрыть эту задачу, выполнить эту миссию и получить вознаграждение. У меня такое впечатление складывается. Вот реально, ну вот с таким просто остервенением он проталкивает эту землю. Вот последнее его обращение, да, где он в очередной раз пытался пристыдить депутатов. Надеюсь, что у депутатов победить на самосохранении они не соберутся. Ну, просто когда мы с вами уже будем знать, как оно на самом деле. Можливо, Зеленський знаходиться в заручниках у тих людей, і він просто доносить депутатам, щоб вони проявили державницьку позицію, і він просто їх переконує в тому, що вони не наоборот. Голосували понимаете, за ринок землі. Може бути. Я просто теж дивився це. Ну, виглядає сьогодні красиво. Я взагалі, когда смотрел последнее его обращение, я скажу, что последнее конкретное обращение даже снималось, это к вопросу о заложниках, снималось не в тех декорациях, которые как бы у него за спиной. То есть у меня такое впечатление, что он снят на зеленом фоне, и потом эти декорации там поставлены, потому что вокруг него там какая-то белая. Ну, может быть, я просто как бы себя накручиваю уже. Mm-hmm. Может быть, это, конечно, присутствует, но тут вопрос к тому, как должен вести себя государственный деятель. Да, мы можем вспоминать примеры истории, да, допустим, когда некий государственный деятель, имя которого в Украине не то что запрещено, но нежелательно называть, когда ему предложили поменять его собственного сына, попавшего в плен к врагу, на вражеского фельдмаршала, он сказал, мы маршалов на лейтенантов не меняем. Угу. А от якщо повернутися трохи до цієї теми нашого фільму, який ми зараз будемо розглядати, а чому, наприклад, от зараз оцей майданівський тренд, от Революція Гідності, от так звана, чому зараз Зеленський не міняє курс і не навіть прагне розслідувати реально, об'єктивно те, що трапилось і на Майдані, і 2 травня в Одесі. Ну, тобто, чому зараз навіть з умови того, що електорат в нього інший, це не той електорат, який його би підтримував промайданівський, але все ж таки ми бачимо зараз такий тренд. Можливо, це якраз ті сили, які з-за кордону влаштовували ці всі процеси для того, щоб у них, мабуть, інші плани, тому Зеленський просто нічого не каже з цього приводу зовсім. Ну, на самом деле, незаинтересованных в расследовании, объективном расследовании Майдана достаточно и в Украине. Еще раз повторюсь, в организации Майдана, финансировании Майдана принимали участие не только люди из-за границы, но и наши. То есть практически все олигархи пострадали от Януковича. Практически все. То есть я не могу вспомнить ни одного олигарха, который бы от Януковича не пострадал. Ну, пострадали, я имею в виду, что их заставили реально платить налоги, их заставили там нести определенную социальную ответственность, социальную функцию. То есть там подготовка того же Евро-12, олигархи, конечно, рассказывали, какие они хорошие, но на самом деле государственные механизмы, государственные органы поставили раков, и у них был простой выбор. Или ты работаешь, делишься хотя бы с государством чуть-чуть, вот вытягиваешь этот проект Евро-12, или ты, тебя государство, все-таки государство
сильнее любого, даже самое слабое государство сильнее любого олигарха отдельно взятого. Поэтому здесь тоже есть незаинтересованные люди. Что касается Зеленского и его электората. Да, электорат Зеленского — это не промайдановский электорат. Но кто сказал, что Зеленский является тем человеком, за которого голосовали люди? Ну вот я голосовал против Порошенко, не за Зеленского, но многие, ведь 30% в первом туре проголосовали за Зеленского. Кто сказал, что Зеленский является тем человеком, за которого они голосовали? А люди голосовали за некий образ, который им нарисовали, который, ну, я еще в марте, еще там до первого тура показывал там своим зрителям, подписчикам, что вот, смотрите, это не совсем тот человек, за которого вы голосуете. Это не Голобородько. Вспомните эти мрази. Спасибо вам, что защищаете нас от этих мразей. Мрази, кто такие? Жители Донбасса, вот они мрази. Вспомните обращение Зеленского март 2014 года к Виктору Януковичу, который тогда еще, вот тогда еще не было Порошенко, тогда вот как бы, ну, легитимный президент, по сути, да, которого там отстранили и провели перевод. Типа, откажитесь, напишите заявление, так будет лучше. Кому будет лучше? Кому? Ну, мы по прошествии 6 лет видим, кому лучше стало. Это Порошенко. Ну, мы можем по пальцам перечислить этих людей. Среди них оказался тоже Зеленский. То есть он не тот, по-видимому, не тот человек, за которого голосовали. Людей просто обманули. Им дали образ. Вот, посмотрите, этот такой вот, как вам нужен. На самом деле он таковым не был. По его вот истории, начиная там 13-14 года. Да, он не был активным майданцем, но он всегда везде присутствовал. Он присутствовал в АТО, он присутствовал в помощи там, нашим героям, он присутствовал там, в каких-то заявлениях, которые там, были направлены на поддержку этого Майдана. Он никогда не присутствовал в том, что называется «хочу знать правду». Может быть, потому что он эту правду знал, а может быть, потому что ему сказали: «А нафиг тебе эта правда нужна?» Правда то, что майданцы, революція гідності, і це наші герої. Добре, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Украина сегодня – форпост новой холодной войны между Западом и Востоком. Территория военного, идеологического и политического противостояния. Украина – маски революции. Смотрите расследование Поля Морейра. А чи погоджуєтеся ви, пане Олександре, з тезами, які нам журналіст щойно озвучив, в плані того, що фактично Україна – це така територія для з'ясування стосунків між геополітичними граками, і це фактично, от, як даність нам розповідають з французьких телеекранів? Ну, это присутствует. Это присутствует, знаете, анекдот, в котором есть доля шутки, да, Украина – поле битвы между американцами и русскими до последнего украинца, то, возможно, это как бы есть. То есть Украина – это инструмент, при помощи которого пытаются ослабить Россию. Возможно, успешно пытаются ослабить. Я вот, знаете, мы говорим о французском фильме, вспоминаю выступление французского, но он во многих ипостасях журналист, писатель, продюсер, был какое-то время директором там французской государственной телекомпании Бернара Левуса. Он выступал на Майдане по-моему, 16 февраля, то есть еще до вот этих вот кровавых событий, даже до того, как напали там на офис партии регионов и сожгли. И он уже тогда называл события на Майдане частью русско-украинской войны. Он говорил уже в той риторике, которая стала актуальна для Украины даже не в марте или там не весной 2014 года, а уже так начали говорить осенью 2014 или даже зимой 2015 года. Угу. Ну, давайте еще один фрагмент подивимося цього фільму. Я наблюдал за событиями украинской революции так же, как и остальные, по телевизору. Как и все, я чувствовал симпатию к мужчинам и женщинам, которые день и ночь стояли на площади зимой. Они хотели стать частью Европы, отдалиться от России, надеялись, что коррумпированный президент Янукович уйдет. Хотели больше справедливости, меньше неравенства. Я обратил внимание на кадры с американской дипломаткой, которая раздавала им печенье. Ну, тобто, якщо ми подивимося на цей фільм, об'єктивно, там, як факт кажуть, що Янукович був дуже корумпований, що нерівність збурила громадян, але зараз ми бачимо, що нерівності ще більше
Ми бачимо, що корупції ще більше. Якщо дивитись на часи Януковича, то, мабуть, все ж таки там було не так погано, як зараз. Тобто, Янукович не вирвав свої доклади. Виходить так. А от чому от саме такі тренди нав'язують французьким телеглядачам? З вашої точки зору. Давайте так, ми зараз з вами в самій зав'язці фільму. Тобто зараз просто от автор фільму, він розповідає о тих, тобто він спочатку говорить о міфах, из которых он исходит, которые были на Майдане. То есть коррумпированный Янукович, да. Но при этом у нас 6 лет уже прошло с тех пор, как Януковича нету, и единственное уголовное дело, которое смогли каким-то образом довести до суда, оно совершенно было шито белыми нитками, но оно абсолютно не касалось коррупции. С коррупцией Януковича так они к ней не приступили за 6 лет. То есть сейчас он говорит о мифах, я думаю, что вот сейчас мы дальше будем продолжать смотреть, и он начнет эти мифы потихонечку разбивать. Людей, конечно, обманули. Людям рассказали нечто, что не имело отношения к действительности. Да? То есть наврали о той же Европейской ассоциации и о той же зоне всеобъемлющей свободной торговли, которая сводилась к тому, что Украина превращается в зону свободной торговли для Евросоюза, но вот Евросоюз свой рынок для Украины не открывает, а наоборот закрывает квотами по многим группам товаров, которые важны для Украины, квоты заканчиваются уже в январе. И годовая квота выбрана за 2 недели, оставшиеся 50 недель, как тебе работать, что продавать, в общем. И эта квота, она не для всех, я так разумею, только для олигархов, это уже внутри государства разделили, кто там будет по квоте продавать, а кто будет лапу сосать, закрывать свое предприятие и уезжать там куда-нибудь в Италию, мыть жопу какому-нибудь итальянскому пенсионеру или в Португалию мыть тамошний туалет. А от якщо ми подивимося, як от тут показали, все ж таки навіть французьким телеглядачам, що на Майдані були офіційні американські політики, представники посольства, таке інше. Тобто, якщо просто змоделювати ситуацію, і, наприклад, на мітинг там Уолл-стріт щодо там банкірів, які проходять в Америці, от щоб наш посол України вийшов там, роздавав щось. От, можливо, там брусчатку підносив, чи, можливо, коктейлі Молотова. Ну, як це, в принципі, можливо? Чи, наприклад, навіть виступав на цих мітингах? Ну, от, що б тоді сталося? От, давайте просто проаналізуємо і змоделюємо ситуацію. Яка була б реакція суверенної країни? Ну, он принижаєте статус, все-таки вона в статусі заместителя міністра іноземних справ. Тобто, це не посол, це чуть вище. Ну, звісно ж, це було б розцінено як грубіше вмішательство во внутрішні справи держави. І, звісно ж, всі причастні до цього були б об'явлені персоною нон-грат, і був би огромний дипломатичний скандал, і в результаті цього дипломатичного скандалу ці лица були б вислані, було б серйозне охлаждення відносин між странами. Тобто страна, допустим, на території якої произносяться речі, страна, чей-то там... Причому я думаю, що охлаждення і персона нон-грата, весь цей дипломатичний скандал був би навіть не в випадку, якщо б там замміністра іноземних справ виступив, або головним, представитель парламента, потому что у нас же были и конгрессмены, и сенаторы американские. У нас таки не было. Не только американские, да, там были и поляки, там были и французы. Вот упомянутый мной Бернар Левус, который рассказывал о русско-украинской войне, когда еще Майдан вот не вышел на свою пиковую, на свой пик, он же так произносил в присутствии французского посла. Но Янукович, он вот, тут вопрос к Януковичу. Почему Янукович был таким беззубым? То есть Янукович был обязан как глава государства, как гарант Конституции, а гарант Конституции – это гарант прав и свобод граждан, так вот он должен был, гарантируя права и свободы граждан, в том числе на свободный выбор, он должен был это предпринять меры, направленные на урегулирование ситуации, в том числе по закону о милиции. Но когда в милицию кидают брусчаткой, это явная угроза жизни и здоровью милиционера. Милиционер имеет право применять оружие, их лишили применять оружие. Я вспоминаю 20 число, когда буквально прижали в Майдан, там 70 метров осталось этому Майдану. Что произошло потом? Почему Янукович поменял позицию? Ну, мы вспоминаем о том, как те же американцы, американский посол делал там замечание, Янукович еще в декабре 2013 года говорил о том, что если будет применена сила, то Америка очень обидится. Но тут надо было Януковичу понимать, ты кто? Ты человек, который прислушивается к американскому послу, или ты человек, который действует, исходя из интересов народа Украины? Но мы по прошествии 6 лет видим, что Майдан был не в интересах народа Украины. Но разве в интересах Украины была потеря территории?
Разве в интересах народа Украины была война на этой территории? Разве в интересах народа Украины было падение ВВП, падение доходов, падение уровня расходов украинцев? Ну, разве это было все в интересах украинцев? Давайте подивимося еще один фрагмент цього фільму. Сначала я встретился с бойцами правого сектора. Мы в 800 километрах к югу от Киева. Революция 18 месяцев как закончилась. Бойцы взяли под контроль границу Украины с Крымом. Груз есть? А вы имеете право проверять? Можем полицию позвать, если хочешь. Документы на машину покажи. Ни одна фура с продовольствием больше не может проехать. Заблокированы сотни грузовиков. Правый сектор чувствует себя вправе морить Крым голодом. Ну, тобто ми зараз бачимо ситуацію, яка сталася вже після оцих всіх подій на Майдані. Фактично ми бачимо блокаду торгівельну з Кримом. І продукти, які потрапляли до Криму, які вироблялися на території України, фактично зараз вже ми не поставляємо. Тобто сотні тисяч робочих місць, які раніше українці, які українці мали, фактично після цієї блокади, коли Крим відрізали фактично від України от такою блокадою, ми зараз не можемо поставляти. Тобто фактично немає людей, які компенсували б якимось чином ті економічні втрати від цього рішення. Я так розумію, влади, тому що навіть коли там був там правий сектор чи якісь інші там добровольчі там об'єднання, так звані, фактично, якщо б була б воля влади, вони б могли не допустити цієї ситуації. Але ми бачимо, що цю ситуацію фактично допустили. Тобто, навіщо це все відбувалося? Щоб Крим просто більше інтегрувався, більше швидше до Російської Федерації, чи як? Ну, тобто, повинна ж бути якась логіка в цих словах. Ну, по факту так і вийшло. Я от хочу звернути ваше увагу, що от здесь, видите, вже французи почали розставляти акценти, от, акцентувати, говорити про те, що це продовольчна блокада Криму почалась. Тобто, само по себе блокада продовольчна, це вже плохо. Ну, я думаю, що середній французький обиватель не дуже добре представляє географічне положение Крыма и не очень хорошо представляет, что главная транспортная артерия в Крым – это, в принципе, через Украину. И закрыть для Крыма поставку продовольствия, ну, на тот момент это действительно составляло большую проблему. Ее быстро решили, потому что за Крымом стояло и стоит до сих пор серьезное государство с серьезными ресурсами, но в конечном итоге это привело к тому, что к полнейшей дезинтеграции Крыма. То есть ведь были связаны, например, украинская и крымская энергетическая система. Запорожская атомная электростанция, она во многом была заточена на покрытие энергетических потребностей Крыма. С тех пор Запорожская атомная электростанция, я напомню, что это крупнейшая электростанция атомная в Европе, 6 миллионов энергоблоков там действует. Так вот, она теперь работает постоянно с диспетчерскими ограничениями. При том, что атомная энергия более дешевая, но ее просто вот линии электропередачи не позволяют куда-то передать в другие места. Mm-hmm. Это большая проблема. А вместо этого могли бы продавать эту электроэнергию в Крым. Вода та же самая. Там, по подсчетам экономистов, это примерно 200 миллионов евро в месяц. Вода крымская в Крыму. Ну, в Украину. То есть, вот даже, вот, знаете, вот чисто прагматически, вот, рассуждая даже не о том, что там люди живут. Люди, которые по украинскому законодательству являются украинскими гражданами. Что неправильно этих людей подвергать геноциду, а лишить продуктов, лишить воды, лишить электричества, лишить газа. Это, извините, что такое? Это реально геноцид. В современных условиях это геноцид. Причем геноцид, который направлен в значительной степени против тех же крымских татар, в защиту которых выступает якобы украинское государство. Я напомню, что в Крыму проживает более 300 тысяч крымских татар, большинство из которых занято в сельском хозяйстве. А значит, от отсутствия воды они страдают в первую очередь. Mm-hmm. Но вот здесь вот уже начали правильно расставлять акценты. Блокада Крыма. Европейцы начинают понемножечку узнавать,
что на самом деле представляет собой фашистский режим в Украине. Вы говорите правый сектор. Ну, правый сектор можно было бы подавить очень быстро, если бы государство было в этом заинтересовано. В конце концов, перекрытие транспортных шляхов, вот то, что мы сейчас с вами видели, это действия, которые подпадают под статью Уголовного кодекса. Взрыв опор электропередач. Ну, извините, в какой стране взрыв опор электропередач не является уголовно наказуемым злодеянием, преступлением? У нас, пожалуйста, те, кто к этому имеет отношение, тот же правый сектор, тот же Азов, тот же Меджлис. Мы видели хоть одно уголовное дело против кого-то из лидеров Меджлиса, против того же Ислямова, против того же Чубарова? Да, мы видели хоть одно уголовное дело за, вот, за взрыв опор электропередач, за перекрытие транспортных шляхов. Мы видели? Нет. Мы не видели при Порошенко, мы не видели сейчас, они заодно. Это различные инструменты в руках одного и того же мастера. То есть где-то можно ударить полицейскими, где-то можно ударить СБУшниками, где-то армией, а где-то вот такими вот бандюками или полубандюками. А от ваша точка зору, ті от так звані патріоти, які там фактично блокували цю дорогу, вони замислювалися, з вашої точки зору, над тим, що сотні тисяч українців втратять робочі місця? Що Україна як держава фінансово дуже постраждає з цього приводу, і об'єктивно ці процеси просто пришвидшать інтеграцію Криму до Російської Федерації? Чи вони, ну, от з вашої точки зору, думаю, що ні. Чи як вони до цього ставляться? Я думаю, що ні. Ну, по крайней мере, от на уровні исполнителів, от людей, яких нам показали, да, стоять эти там в камуфляжі, але я думаю, що вряд ли. Вряд ли они думали об этом, вряд ли. И вот, вот смотрите, сепары не получат там эти путинские, там зеленые человечки не получат наши помидоры. Ура, ура, все, молодцы. Вот, вот на этом как бы заканчивается. Ну давайте подумаем еще один фрагмент этого фильма. Власть на Украине принадлежит народу, а мы и есть народ, и народ не хочет кормить оккупантов. В Крыму стоит российская армия, 60 тысяч человек. Вот они едят с наших рук, а потом приходят и нас же убивают. Официально пограничники нам говорят, вы можете проехать. Но эти вот парни, у них своя граница. У них автоматы, коктейли Молотова. А мы без ничего. Ничего сделать не можем. Даже полиция им слова не может сказать. Страшно от того, что может случиться. Блокада Крыма – серьезное событие, которое может спровоцировать жесткий военный ответ. Ну, тобто ми зараз бачимо, як фактично французам пояснює, що Україна – це не правова держава, коли є поліція, але вона ні на що не впливає, і що хлопці з автоматом і з коктейлями Молотова можуть просто закидати фуру чи когось бити. І це об'єктивно отак от з фактами доноситься до французьких телеглядачів. Як ви можете прокоментувати цей відривок фільму і навіщо це з вашої точки зору роблять? Ну, во-первых, смотрите, давайте еще обратим внимание на хронометраж. Вот в предыдущем отрезке, не акцентированное внимание, сказано было о том, что 18 месяцев, полтора года прошло уже с момента революции и гидности. То есть уже вроде как все должно было устаканиться, ничего не устаканилось. То есть власть в Украине в конечном итоге получили бандиты. И да, да, вот как бы изначально то, о чем мы говорили, были показаны мифы. Мы там за Европу, мы за то, чтобы быть более цивилизованными. И да, проходит полтора года, это будущее наступает, и мы видим эту Европу. И европейский обыватель, понимающий, что такое правоохранительные органы, система права в его стране, ну, французский обыватель, видит систему права, а то это все-таки право, да, право сильного, право человека с автоматом, систему права, которая действует в Украине, вот ее показывают, он оценивает и он видит, что тогда, в 2014 году, его обманули. Не было там никакой революции, не было там никакой Европы, потому что всего полтора года, ну, целых полтора года. И фактически банды правляют в Украине. В конечном итоге, да, банды. Возможно, там французы, которые изучали свою собственную французскую историю, возможно, проведут какие-то параллели. В конце концов, у них тоже был период там, в конце 18 века, когда в различных провинциях тоже банды правили. Но в конечном итоге во Франции появился Наполеон, который эти банды к ногтю прижал, и все, в общем,
все у них начало нормализоваться, и они превратились в серьезное государство, с которым считались все в мире. А вот здесь, но здесь мы на этапе бандитизма. Я думаю, что вряд ли в сложившейся ситуации Украина во что-то стоящее превратится, но бандитизм вот французы показали, увидели. Ну, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Майдан, где свершилась революция, обрел свой будничный вид. Внешне мало что изменилось. Президент Порошенко и его премьер, молодой банкир Яценюк, ветераны украинской политики. Что тогда новое? Новое – это правительство, порвавшее связи с Россией, повернувшись к американцам. Символ этого сближения – министр финансов Наталья Яресько, в прошлом американский дипломат. Чтобы вступить в должность, ей пришлось принять гражданство Украины. США – главный союзник Украины в борьбе за свободу и независимость. Зараз, якщо проаналізувати, що нам намагався показати автор цього фільму, так це, що фактично американська агентура стала на керівні посади у державі України. І вони скомбінували це все з старими політиками, такими як Порошенко та Яценюк. У вас, может, есть какая-то иная точка зрения на это? По сути, здесь, знаете, французы ведь тоже много раз имели проблемы с теми же американцами. Взять тот же скандал с Деголем в середине 60-х, когда Деголь рискнул поменять доллары на золото. У него это получилось, но потом у него начались проблемы во Франции. Вот такие же, как у нас, студенты вдруг захотели чего-то там свободы. И Бузили, в конечном итоге, Деголь был вынужден уйти в отставку. Но тогда он... Таким же чином демократии, там, дефицит сразу. Да, сразу дефицит демократии образовался, потому что, ну как это, блин, вам сказали, что зеленые доллары – это хорошо. А Деголь взял их, собрал там почти миллиард долларов, отвез и поменял по курсу там, 33 доллара за тройскую унцию. Ну потому что был стандарт, по которому американцы гарантировали, что в любой момент вы можете эту резаную бумагу поменять на золото. Деголь последний был, кому это удалось, потом золотой стандарт отменили и все. То есть у французов как бы есть свои счеты с американцами, и здесь что показано на самом деле, когда в правительстве туземного государства появляются уже представители там, белых людей, ну там тоже та же Яресько, у нас же не одна Яресько. Раньше наместников. Да, сейчас вспоминают чаще другую Яресько, да, по фамилии Супрун, потому что сейчас она более актуальна. Вот как раз у нас 1 числа больницы закрываются по ее реформе. Инфекционные больницы в стране, в которой объявлен карантин, никто на это не реагирует, абсолютно никто не реагирует. Закрывают инфекционные больницы. Класс. Так вот, здесь уже переход получается из протектората, то есть Украина некий протекторат под контролем Соединенных Штатов Америки, превращается уже в прямую колонию, куда отправляют гауляйтера. Ну, у французов другие слова, которые это характеризуют, но гауляйтер просто нам более понятно. Вот гауляйтер – это явно негативно. То есть, если это там губернатора, генерал-губернатора направили, это непонятно. А вот гауляйтер – понятно, что это явно негативно окрашено. Ну, прислали гауляйтера, и гауляйтер рулит. Рулит в том числе этими обезьянками. Ну, понятно, там, что папуасы не сильно бастовали, мы оставим им вождя. У этого вождя обязательно в носу оставим какое-нибудь красивое кольцо из костей там носорога сделано. И все, и пускай прыгает там, стучит тантамы, а на самом деле все уже продано, включая и этих папуасов, которых время от времени, там, если кому-то понадобится, на органы передадут. Ну а почему нет? Белым гражданам-то можно, в смысле белым людям, а эти совсем не люди. Ну, давайте подумаемся еще один фрагмент этого фильма. На агитационных предвыборных плакатах. Эти формирования стали политической силой и фактором влияния. Один из самых известных спикеров – Игорь Мосийчук, который долгое время работал на правый сектор. Для меня понятие украинской нации – это кровная, духовная связь мертвых, живых и еще нерожденных. Благодаря революции Игоря избрали депутатом. Но прежде всего он остается бойцом, и его не сдерживает новый статус. Народный депутат Украины,
Фишка Игоря – не стрельба, а скандалы и драки. Все эти видео есть в интернете. Он критикует президента Чечни. А здесь Игорь недоволен обслуживанием в поликлинике. Игорь говорит с судьей. Игорь убеждает таможенного чиновника уйти в отставку. Игорь выступает на пресс-конференции и просит журналиста покинуть зал. Ну, тобто, ми подивились фрагмент, який показали французам. Я думаю, що французи після цього просто в шоці, як це, в принципі, можливо. Але я так розумію, що це ви знаєте цього пана Ігора, у вас є якась певна історія взаємовідносин. От як ви можете прокоментувати це, що от, показали у французькому фільмі? Ну, опять-таки, це взяли просто одну з ілюстрацій. Ведь пан Ігор, ну, такий не один. Он просто яркий, самый объемный. Собирательный образ такой. Ну, собирательный, ну, действительно, Верховная Рада. Слушайте, а пан Береза, а еще один пан Береза, да, а пан Ярош, который тоже являлся народным депутатом, а там Тетерук, бросающий бутылку в голову Кужеля, а наши женщины, ну, тамошние, там, та же Таня Черновол, да, вот тоже. Это же все мандаченные. То есть вот эти вот все с мандатами бегали и вот такое вот творили. Сейчас как бы их меньше, но тем не менее. То есть это вот тоже иллюстрация для европейцев. Ну, то-то, по сути, европейцам показали, как банду, яка займалася злочинами, фактично надали им мандаты народных депутатов, чтобы они могли в законе это сделать. Революция, вот, которую они совершали, вот начали-то с чего? Вот в этот фильм начался с того, что повторил мифы Майдана. Мы за революцию, мы за гидность, мы за свободу, мы... Вот, вот ваша свобода. Ваша свобода, чтобы вот какой-то утырок, тут еще не сказали, и, по-моему, не говорили о том, что он был осужден, между прочим, вернее, находился под следствием, там суд продолжался, значит, и осужден в первой инстанции за терроризм, то есть за подготовку террористического акта. И вдруг революция гидности, революция приводит к власти вот таких вот утырков, как Масичук. И как он себя, что он ведет? Он продолжает быть таким же... нельзя, да, матюкаться. Ну, в общем, он таким же продолжать быть такой вонючей, гадкой субстанцией, какой он был до того, как он получил мандат. Европейцы видят, европейцы оценивают. Другое дело, что у европейцев хватает своих проблем. То есть французы посмотрели, да, действительно, в Папуасе как-то там... Ну, хорошо, что мы не в Папуасе, да, мы у себя в Париже, хотя и в Париже тоже проблем хватает. Вот, и все. Но для оценки этого достаточно. Для оценки. Просто Украина для них не важна, не на повестке дня. Ну, а так... Для нас важно. А мы вот этого вот почему-то видеть. Мы видим это, но почему-то вот в широкой массе этого помнить не хотим. У нас до сих пор Масичук, он уже сейчас не омандаченный, но он до сих пор для многих телеканалов это мегаэксперт, причем человек, которого задокументировали, что он взятку брал. Это кино показывали народным депутатам, и тем не менее он выступает экспертом, в том числе але по борьбе с коррупцией. Я еще не помиляюсь, тоді якраз була ситуація, коли от його вивели з Верховної Ради в наручниках, коли показали відео всім народним депутатам, що він корупціонер, що він там вимагав декілька тисяч доларів. Да, он, кстати, сам недорого брал. Может, поэтому и взяли, потому так, что они не пенсовать. И после этого он находился приблизно 2 месяца в СИЗО, але тоді пан Ляшко влаштував такий міні-майдан під стінами президента. І в ту же ніч, коли Масійчука випустили з в'язниці, той майдан Ляшка кудись подівся. І от таким чином ми бачили, я так розумію, певний такий договорняк, коли договорилися, що радикальна ця партія Ляшка зняла свій мітинг і таким чином оцьому пану Ігорю фактично пробачили його корупцію. Ви пам'ятаєте це? Я зараз не стільки договорники, я як, в принципі, о том, хто у нас моральний авторитет. Да? Тобто, моральний авторитет там Казак Гаврилюк, який, в принципі, да, пішов працювати в таксі, але як-то вот, по касательной пройшла інформація о його маєтці в Карпат. Ну, о його там трьох или чисто, ну, в общем, большом домі в Карпатах. Mm. То есть, а здесь он, типа, ну, після цього дому вдруг он зарисовался в таксі. Я так понимаю, що опять
операция отвлечения нормально сработала, люди даже посочувствовали. Видите, бывший народный депутат теперь в такси пошел работать. Ну, наверное, достраивать дом. Таня Черновол тоже, там другие товарищи. То есть они так же действуют. То есть вот вопрос не в Масичуке, а вопрос в Масичук. Действительно, говорит, там называли какие-то совершенно смешные цифры, он сам назвал, там даешь мне, там слетит, я все решаю, все забудь. Там. Может, его просто, знаете, чтобы рынок не подорвал, чтобы не демпинговал. Уважаемые люди зарабатывают миллионы, а он тут там за 5000 долларов решает. Ты посмотри, какой ход. Все убрали. А то, что касается Ляшко, ну это же принципиальный товарищ. Вы же помните, как он голосовал там, я против бюджета, хоп. Ну, там были внесены... Были внесены кое-какие поправки, да, дали там на пожарные машины имени Ляшка, там у него схема по пожарным машинам была, всегда рабочая была. На сотни миллионов покупали пожарных машин у Ляшка, и все, и нормально, все срасталось. Это даже, кстати, в «Слуге народа» высмеяли вот Ляшка, как он голосует. Вот в сериале «Слуга народа», когда там проталкивает какой-то закон, стоит Ляшко на трибуне, и это самое, кроет его, на чем свет стоит, тут приходит смс-ка, мы согласны, такая-то сумма тебе зайдет. Но это все я мог бы сказать, а то, если бы этот закон был плохой, а он хороший, и его голосует, тут же сразу резко переобулся. Мы это видим, но к французам это отношение не имеет, как к фильму вот действительно вот показано, кто делал Майдан, кто воспользовался результатами этого Майдана, ради чего это все происходило, кого вы вынесли на поверхность. А такие люди, они ведь не способны что-то создавать. Они способны разрушать, грабить и разрушать. Давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. И когда Игорь дает мне интервью, он требует полной тишины. Девчата, заткнитесь, я интервью даю. На Ютубе есть такие видео странные с вами. Зачем вы это делаете? Что происходит? Ну, во-первых, это было... Во-первых, это было год назад, когда лидер партии Олег Ляшко... Я и другие делали все для защиты своей страны. Но это какая-то новая форма политической коммуникации. Это так оригинально, бить людям морды перед камерой и выкладывать в интернет. Я счастлив, что этим занимаюсь. Мы оказались в Раде, потому что боролись за свою страну, и народ нас поддержал. Ну, тут мы бачимо, як пан Ігор розповідає, як він боровся за свою країну. Ну, тобто, його країна просто, я так розумію, якась інша від держави України, і тому ми бачимо от такі результати. Але ж, якщо подивитися на журналіста, він просто сміється з нього. Та він боїться, на самом деле. А вдруг, знаєте, такой бы, ну, встанет этот пан Игорь и в торец за... Ну, он реально как бы сумасшедший. Я сталкивался с этим, да, когда человек на тебя бросается с палкой, он не понимает, какие последствия могут быть, как если другому человеку прилетит палка с набалдашником по голове. Ну, то есть вот реально. То есть. Поэтому журналист, ну, мне кажется, как бы он очень осторожно задавал вопрос. Обратили внимание, кстати, на каком языке пан Игорь повидав? Ну, да, там да, прорывается за титром. Вот. А потом еще вот он говорит, как бы вот эти все кадры, которые там в интернете странные есть, это все, он борется за страну. Действительно оригинальная форма борьбы за страну. Помните кадры, когда Масичук трусы женские нюхал? Они офис грабили, и там где-то кулек нашел женскими трусами и нюхал женские трусы прямо под камерой. Жах. Ну, так, хорошо. Я так понимаю, что гарно, именно благодаря... Не показалось. Я думаю, что именно благодаря тому, что Масичук нюхал женские трусы, Украина выстояла в войне против Путина. Добре, давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. Он защищает друга, которого судят в Киеве. Игорь назначил встречу двум десяткам активистов. Начало не задалось. Один из парней допускает ошибку. Он говорит по-русски. Да, я украинец. Украинец по-кацапски не должен говорить. Не треба провоцировать. Кто по-кацапски говорит, тот дерьмо. Таких уничтожать надо. Да ты на себя посмотри, сам на украинца не похож.
Кто твои родители? Хайль Гитлер. Да ты русский провокатор. На ФСБ работаешь? На кого работаешь? На Украину. Игорь с друзьями входит в здание. Ну, ми бачимо стандартну ситуацію, але ж декілька секунд чи хвилин пан Ігор сам розмовляв на російській мові, а тут ми бачимо, як борються з тим, хто розмовляє на російській мові. Ну, тобто, якийсь теж нонсенс фактично. І давайте стандарт. Як ви можете прокоментувати? От, навіщо от, все ж таки це показують французьким телеглядачам? Для того, щоб вони просто осягнули масштаб цієї так званої революції і до чого вона призвела? Ну, щоб вони оцінили, що відбувалося, побачили. А потім просто створили контент для французького телевізора, який способен на некоторое время удержати аудиторію. Ще раз повторю, у французів своїх проблем вистачає. І тоді вистачало, це фільм, по-моєму, 17-го року, да? Не, 16-го, да? 16-го года, вот, и тогда хватало и сейчас, и там вот до карантина хватало французов своих проблем. Ну вот какая-нибудь горяченькая тема. Но ведь нам скажут, тоже ж интересно иногда посмотреть, там, допустим, как в Вьетнаме воевали, да, там вот, как жгли американцы, или как вьетнамцы отвечали американцам, как они там потом пытали американцев, потому что за сожженные села. Нам интересно тоже, вот и так французам показали какой-то горячий факт, показали правду. Но этот фильм, вот повторюсь, вот этот фильм, там, итальянский фильм, там, американский и так далее, они для этих стран это просто там, или интересный контент, или решение каких-то своих сиюминутных задач, а вот для нас, для украинцев, это было бы полезно. Вот с этим было бы полезно работать, с этим было бы полезно посмотреть. Вы не видели учебники для 11 класса, вот последние, которые там утверждены, истории, учебники истории? Сейчас мы их всех увидим, эти учебники, потому что Зеленский анонсировал, что с 6 числа будут там по телевидению уроки транслировать. Там, это же как раз вот четвертая четверть, да, это уже вот 90-е, 2000-е, нам расскажут про революцию гидности, про российско-украинскую войну, там же ужас. Там вот, вот эти вот самые мифы, которые француз привел в начале, которые он по ходу фильма опровергает, вот они заложены как аксиома, как истина в последней инстанции в учебниках. Дети читают, смотрят, что же с этим делать. Ну, то есть, вот, да, революция гидности, да, российско-украинская война, да, там коррумпированный режим Януковича. Вы мне объясните, если коррумпированный режим Януковича, объясните, пожалуйста, где приговор по Януковичу? По Януковичу, по Азарову, по Арбузову, там, по Копылову, по Клименко, где приговоры по ним? 6 лет прошло. Поэтому вот это все треп, то, что они говорили там по коррупции. Нет, я не говорю, что коррупция не присутствовала. Просто коррупция присутствовала в таких масштабах, в таких формах, что они даже доказывать это не стали, потому что на фоне их коррупции, ну, она бы выглядела не солидно. Давайте подумаемся еще один фрагмент этого фильма. Охранники суда парализованы страхом. Масичука сопровождает девушка в военной форме и с камерой. Ей поручено снимать подвиги Игоря. Она офицер Ютуба. Игорь знает, власти можно достичь нажатием мышки. Игорь и его команда разъярены. Заседание откладывается. Стрелять их надо. Где Бизнесерский? Назад возвращаться это двойник. Как ты это подписал? Это 31-го болота, а было хуярно тут падальцы. Каждый день на улицах бойцы правого сектора в масках устанавливают свой порядок и творят самосуд. Вот торговцы марихуаной. Вот охранники здания, которые выпивали на работе. Приезжает полиция, ей сдают задержанных и отправляются навстречу новым подвигам.
Ну, тобто ми бачимо стандартну ситуацію для України, коли там на суд можуть зайти люди в камуфляжі і кричати там ганьба суддям, перевішати, там перестріляти, таке інше. Ми бачимо інші ситуації, коли так звані активісти роблять, що захочуть, і фактично просто от міліція ніяким чином не реагує, чи поліція. І от з вашої точки зору це роблять для того, щоб показати французам, до чого призвела ця революція, що фактично... Коли її не було, то закон був. І після того, як так звана революція умовно відбулася, фактично ми бачимо, що це повне беззаконня. І для француза пересічного це просто дикість. Ну, і це теж присутствує. Опять-таки, нужно, ну, у французов завжди возникають, ну, бувають якісь проблеми, які вони вирішують на вулиці. Правительству, звісно, це не подобається. І ось тут при помощі цього фільму могли французам в тому числі показати, смотрите, от, чему приводит революция. Вот смотрите, какие хорошие цели были. С чего начинался фильм? Хорошие цели. Борьба с коррупцией. Там, повышение уровня жизни. Там, движение в Европу. Ну, для французов непонятно, что такое движение в Европу. Они там всегда жили. Но вроде как хорошие цели. Да? А потом вот смотрите, к чему это пришло. И может быть, это даже как бы для французов это фильм предостережения. Вот придурки там где-то, они себе устроили. Американцы поучаствовали. У нас тоже американцы поучаствовали. Мы, ну, это уже к французам обращаюсь, да? А хотите себе такое? Ну, давайте. Вот это будет, вот, вот у вас появятся вот такие, такие, такие люди. У вас появятся какие-нибудь, ну, не Игорь, а какой-нибудь там, я не знаю, Жак какой-нибудь, или какой-нибудь Жан, или еще какой-нибудь. Там. И он будет вот уже выступать в форме этого Игоря. Вот французам показали, какая у вас перспектива, если вы доведете ситуацию до анархии, до хаоса. Хороший пример. На этом же примере точно так же как бы работают русские, да, то есть там, ну, то, что у нас называется российская пропаганда, на чем они работают? Они работают на том, чтобы показать, посмотрите, у нас плохо, да, у нас есть проблемы в России. Но это же показывают пана Игоря. Но вы посмотрите, вы посмотрите, какие перспективы могут быть, если вот та оппозиция, которая там бузит, вот, она победит. Вон, у них оппозиция победила. Смотрите, французы нормально показывают, итальянцы. У них же тоже как бы нестабильная политическая ситуация. У них там правительство в среднем полтора года высиживает, да, там меняется постоянно. Поэтому все правильно. Но американцы, опять-таки, вот если американский фильм вспоминать, они там решали вопросы свои партийного между собойчика. Вот смотрите, что демократы устроили. Трамп правильно все показывает. Говорит, вот смотрите, демократы, видите, они устроили там, они могут и у нас устроить такое. Зрозуміло. Давайте подивимось еще один фрагмент этого фильма. Кто прячется под этими масками? У меня назначена встреча в казарме правого сектора в пригороде Киева. Сюрприз. В тренировочном лагере не только украинцы. Этот юноша в маске – француз. І тут ми бачимо, як французький журналіст розкриває, що не тільки українці приймали участь в так званій революції, і ми бачимо зараз, що тут розкривається тема участі закордонних персонажів у фактично справах України. Навіщо це все показують? Ну, опять-таки, глобальні процеси глобальні. Процессы глобальные, которые могут выстрелить в любой стране, в том числе и во Франции. Французы для себя это снимают. Они показывают на примере, на негативном примере, к чему это может привести. Вот как раз выход на француза. Там же не только французы, там грузины есть, там русские, там американцы, канадцы. Но показали французу, чтобы показать, что эта проблема, вот сейчас она далека, Папуасия непонятно где, а может стать близкой. И за проблемой этой стоят, ну, мы вот видели, замминистра иностранных дел. То есть замгоссекретаря – это замминистра иностранных дел. Нуланд участвует в этом напрямую. Вот такие высокопоставленные чиновники не боятся засветиться. Ну, до кінця програми залишилося мало часу. И давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Встигнемо. Зачем вы маску надели? Для своей и вашей безопасности. Потому что вы хотите без проблем вернуться во Францию? Да. Я приехал сюда, чтобы улучшить свои умения.
А какие у вас умения? Мне нравится снайперская стрельба, это очень эффективно. Пока умения у него не очень. Но француз совершенствуется день ото дня. Зачем вы все-таки сюда приехали? В некотором смысле, чтобы защищать свою землю. Если русские завоюют Украину, то все может повториться, дойдут и до нас. Помешать русским завоевать Францию. Француз в маске говорит, как герой старого черно-белого фильма про войну. Ну, якщо так от проаналізувати, то зверніть увагу, що поставлений акцент на тому, що цей француз планує повернутися до Франції. І навички, які він отримує в Україні, це снайперська стрільба, ножовий бій, таке інше. Тобто, фактично, це підготовка така терористів. І не вважаєте ви, що саме для цього показує автор саме такі фрагменти? Предостереження. Собственно, то, о чому говорили, предостереження. На примірі України, а тут ще, видите, от пряма угроза. Ну і это вот российская Украина форпост защищает, а все. Русские, между прочим, были в Париже. Я напомню, в 1815 году русские взяли Париж. Ну и что? Что французы от этого жить стали плохо? Взяли Париж, потому что французы пришли в Москву. Отбили и потом ушли. Точно так, как русские брали и Берлин несколько раз. В том же 18 веке первый раз взяли Берлин. И так далее. То есть, но французам это предостережение, что вот у себя такого допустить невозможно. Посмотрите, с чего это начинается. Начинается это все с хороших, замечательных лозунгов, обещаний, стремлений, целей. А заканчивается паном Игорем, снайперской винтовкой и тем, что на улицах главный тот, у кого есть автомат. Зверніть увагу на те, що автор саме показав, що цей молодий француз вважає, що Росія може напасти на Францію і щось там зробити. Тобто тут просто автор хоче поставити акцент на тому, що це психічно хвора людина чи як? Ну, смотрите, человек, я фактично отримує навыки стрельбы зі снайперской. Говорить о своей мотивации. Первая мотивация просто вот я пришел, потому что мне интересно, хочется вот научиться там или совершенствоваться как снайпер. Да. А потом уже надо подвести какую-то идеологию. И, по-видимому, он просто повторил те глупости, которые несутся с экранов наших телеканалов. Ну и он же там с этими товарищами тоже общался, с наших телеканалов. О чем говорит? Мы защищаем вид Путина. Вы помните, чтобы Путин нападал вот до всех, до государственного переворота, вообще какие-то претензии к Украине имел? Да, там какие-то были торговые войны, были там войны по тарифам и так далее, но вот признание территориальной целостности, это все присутствовало. Там суверенитета Украины на своей территории, это все присутствовало. Когда произошел государственный переворот, все многое поменялось. Но к французам-то какое это отношение имеет? Имеет только то отношение, которое озвучил Петр Порошенко, например, или Яценюк, или Гройсман, что Украина это форпост, который, это западный фланг НАТО, который защищает европейскую цивилизацию от русских варваров. Пойдет Украина, и русские варвары хлынут на просторы Европы и дойдут там до Бискайского залива, покорят прекрасную Францию, вырубят нафиг все виноградники. Ну, это же то, что озвучивали у нас. И этот товарищ просто повторил, как бы, это же не первое, что он сказал. Первое, я просто приехал сюда учиться, а потом надо какую-то идеологию подвести, все, я защищаю Францию. И очень интересное у него было высказывание, почему ты в маске ради своей, но и ради твоей безопасности, да, то есть я так понимаю, что журналист, вот автор фильма, если бы увидел лицо француза, он мог бы оттуда не уехать, я так понимаю. Ну, на жаль, час нашої програми добіг кінця. В програмі був гість Олександр Семченко, доктор політичних наук. Це була програма «Хто за нами стежить?». З вами був я, автор і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!